Поехали! Не хватает еды.
Не хватает еды. Не хватает еды. Не хватает еды. Не хватает еды.
Вы должны успеть до захода солнца. Не хватает золота. Вы рекордсмен. Наконец, Артур попал в пещеру, где должна храниться душа подлой бороды. Где же она спряталась? В одной из стен лед играл волшебным светом. Там, застывший во льду, мерцал белый пушистый заяц. Сомнений не было, это и есть душа бороды. Артур вырубил кусок льда с зайцем. Оранжевый кот вовремя подоспел на помощь и помчал Артура в замок бороды. Они приземлились прямо в тронный зал бороды, и свершилось неслыханное чудо. Подлая борода превратился в стыдливого мальчика лет 10, который сразу залился краской. «Я не виноват», — сказал мальчик, — «меня заколдовали». Оранжевый кот оказался дедушкой мальчика. Их обоих заколдовала Баба-Яга 300 лет тому назад. Это была трагическая история. Яга призналась: «Я так любила его, так любила, а он сказал, что я злая и некрасивая, и я превратила его в кота, а его внука в карлика. Молодая была, глупая, простите дуру грешную». Медовый месяц удался на славу. Пора домой, к счастливой мирной жизни. Но и в мирной жизни всегда есть место подвигам. Не забывайте совершать их почаще. Будьте отважными и добрыми. До новых приключений!